Неси его к столу. Эмили, я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи, давай посмотрим. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Довольно. Получилось! Покажи мне. Эй, Мимир, слышишь? Да. Хорошо.